Белые троллейбусы – как визитная карточка этого предприятия. Более 20 машин ежедневно выходят на улицы Бендер. В городе 6 троллейбусных линий, одна из них – междугородная. Около 80 километров маршрутов. Основные пассажиры общественного транспорта – пенсионеры и студенты. За день перевозят около 20 тысяч человек. И каждый второй пользуется троллейбусом бесплатно. У нас государственный заказ, мы перевозим в основном категории льготные. Среди общего потока где-то 65-70% льготных категорий. В общем количестве пассажиров, перевезенных за год. Это очень важная задача. Главная задача троллейбусного управления – это работать по расписанию, чтобы по расписанию соблюдать графики движения. Городское троллейбусное управление – большой коллектив и большое хозяйство. 8 тяговых подстанций плюс 50 километров контактных сетей, диспетчерские, служба движения. Экономической комиссии депутатам показывают боксы и ремонтные цеха. Электротранспортники мечтают об обновлении подвижного состава. В Бендерах только 2 новеньких троллейбуса. Остальные машины родом из 80-х. Здесь их буквально раздевают до скелета. Нарастят новый металл, установят новое оборудование и транспорт со стажем и еще послужит пятилетку. Ну, старый это уже словник. По 40 лет имеет возраст. Пробег неимоверный. И что вы делаете, чтобы они бегали еще? Стараемся своими силами восстановить, чем можем. Бендерское троллейбусное управление – планово-убыточное предприятие. Общественный транспорт нерентабельный. Расходы на перевозку пассажиров покрывают из бюджета. В больших городах, в соседних странах идут по пути уничтожения экологичного транспорта, увеличивают интервалы. В Бендерах сеть троллейбусов не только сохраняют, но и планируют расширить. С уверенностью смотрим в будущее, в планах развития контактной сети города Бендеры, продление протяженности одного из маршрутов. Пока это небольшой секрет. Когда планы будут реализовываться, мы уже доведем до наших граждан эту информацию. Так называемый рогатый транспорт традиционно считается более экологичным, долговечным и простым в обслуживании. За год бендерские троллейбусы перевозят около 10 миллионов пассажиров. Ездят, конечно, в них больше льготники, и прибыли городу это не приносит. А потому транспортным предприятиям приходится изыскивать другие возможности для увеличения дохода. Лариса Тарабина, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.